временем казахстанские военные медики прибыли в Ливан. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Группу из 29 врачей в международном аэропорту Бейрута встретили представители вооруженных сил и МИДа Ливана. Власти страны поблагодарили официальный Нур-Султан за оказанную поддержку. Напомню, утром 8 августа президент Касым-Жомарт Токаев поручил направить военно-медицинский отряд для оказания помощи пострадавшим в ливанской столице. По предварительной информации, в порту взорвались более 2000 тонн аммиачной селитры. Мы ценим этот благородный жест Казахстана в оказании действенной помощи Ливану и выражаем искреннюю признательность президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву за оказанную помощь и поддержку.